Кришна. Кришна. Yes, Suresh Krishnabhu, I'm with you. Dandavat Maharaj, we are happy to have you with us. So Dandavat next Maharaj, time they arrive, мы рады, что вы с нами. appears. So yes, Next, Maharaj. next month. No, next, because last Sunday was last Sunday, and we were waiting next Sunday. And next Sunday Прошлое appears. воскресенье. Мы ждали следующего Okay. воскресенья, Like we're и вот оно sitting on наступило. the Happily, we've taken the bus, we've come up from Мы Riga, seen all сели the на trees, the автобус, countryside, we've come to приехали the из same Риги, day, now we're sitting in your из room. Эгны, увидели And все эти деревья по дороге. simultaneously, we've taken a bus over to Daugavpils, and we're sitting in the И room of одновременно мы Maharaja Krishna сели на автобус до Даугавпилса, Govindapati Hare Krishna. где сейчас And находится simultaneously, we Раджа haven't taken Кришна any и bus anywhere, Думанти. we're in Riga. И And we're with одновременно Udharanpur. сели еще на This is несколько our автобусов. little Теперь мы вместе с Sangha, Сударыней our Прабу. Sangha. Oh, and a happy guest. Who's coming? Санга One of общения. us. Oh, very good. К нам Come on присоединился in. I гость. made an open invitation for the devotees to come Я and join us опубликовал in открытое Latvia приглашение today. So, преданным, oh, more которые and хотят more присоединиться devotees. к нам Very good. в Латвии сегодня, и приходит все So больше и maybe больше Kamala, преданных. can you bring another two chairs just in case Может anybody else быть, comes in? Just pull Камала those doors to because of the принесет еще children. парочку стульев, кто Okay, let us захочет begin, and присоединиться, we're very и happy that закрыть we've got more нужно дверь devotees here вот on детей. our side as well Давайте as начнем. in there with Мы you, рады, что so у more нас тут devotees may join больше us. преданных на нашей стороне и на вашей тоже Вандеханам, много. Шри Гуру, Шри Ютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнаванстрам. Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатан Литан Тан Садживам Сарвейтам Саварутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Парам Сахагана Лалита Шри Вишакан Питамсча Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуран Милитам Джена Тасмай Шри Гуруве Намаха Намо Махаваранья Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намне Гора Тужей Намаха Банча Калпа Трубьясча Крипа Синдубья Эва Ча Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Вас Ади Гоура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе So we are also with Rupa Nuga Prabhu in the far east with Priyananda in the far north with Mari Также in the мы с far west Рупануга and Прабу на Муктинат Дальнем also in the Востоке, с far east Приянаной, с and Марией, With с Indu Bama Мухинатхом, Devadasi также далеко and на probably Востоке. a team of Он devotees сейчас at the и Orient Индубала Девидаси, и, Day возможно, с ней Festival еще команда in преданных Monza. на дне Yesterday we were there, йоги. and Вчера мы были там today Indu Bama is с there at ними. our nice bookstore kiosk Индубала preaching place and the была в Orient Day киоске Festival с книгами, and doing проповедовала good for the people День here in Востока. Monza, Она just a few проповедовала, kilometers away. и в Монзе был этот праздник, совершала Дандават добро для всех. Махарадж, I'm driving because Дандават the Махарадж, я rain за was very рулем. heavy today. Был тут сильный дождь, и And so the festival is off, is фестиваль terminated. отменили. I was very surprised that yesterday it was Да, not raining because the удивительно, что вчера дождь не шел. Orient Day Festival in Monza Потому что somehow Монза, attracts the rain. So так или иначе, yesterday этот it was a фестиваль clear Востока day, but today the всегда rain brought привлекает с собой дождь. surprisingly for me to wake up in the morning to the sound of rain. И удивительно, я проснулся утром, день был Yes. солнечный. All right, safe drive. Да, Safe driving, хорошего вам Induvala. путешествия. Reach home safely. Jai Thank you. Безопасного. Thank you. Спасибо, Махарадж, Нитья. дандавати вам, всем преданным.
So, well, now you've automatically got a little news from our side of the world that yesterday we attended the Orient Day Festival, так, and from morning we новости, что вчера мы с самого утра до позднего вечера были на фестивале Востока, и преданные проповедовали, продавали книги. У нас было также время на главной сцене, где мы с громко говорителем через колонки воспевали святое имя, мы представили наш ашрам, что такое сознание Кришны. Это был День Востока, и это было немного небольшая такая смесь, кичери, как говорят. А в Индии это представляло собой то, что люди думают о Востоке разными проявлениями. Одна девушка, она выглядела как уроженка Тибета. Она очень одаренный художник. Она даже могла сделать мостик и из такого положения рисовать, наклониться назад. Она носила национальный убор и наклонилась назад, вверх ногами стояла и с двух рук она рисовала. Это все проходило под традиционную тибетскую музыку. И после того, как она рисовала, затем перевернула картину, и это оказалось очень хорошим изображением птички, что она очень одаренная художница. Это один из примеров того, что было на этом Дне Востоке, Дне Востока. Мы постарались донести, что такое послание с Востока для всего мира. Так получилось, что нам пришло с Востока это послание. И организаторы этого фестиваля, они были очень добры к нам, хотели, чтобы мы выступали. И хотели также, чтобы мы готовили там. Но Муниндра сказал, нет, это слишком большое испытание. Готовить на сотни человек. Муниндра сейчас в киоске, это он на колесах. Мы сидим здесь, проводим нашу программу. Вот такие у нас новости со вчера. Вилла Говинда Ашрам в Италии. В Италии. We are in Latvia, in fact, in three, at least three places in Latvia. Let us hear some. Мы сейчас в Латвии, по крайней мере, в трех местах в Латвии. Хотим услышать новости оттуда. Дандават Махарадж, Дандават All Devotees. Дандават Махарадж и все преданные. Как и весь мир, в пятницу мы праздновали Международный день йоги. Мы собрали всех наших йогов на таком йогическом флешмобе. Я тоже там был, мы собрались. У нас было где-то 20 человек. Первым был Андрей. Он преподает пранаям, затем Элла направила упражнение, сурья намаскар, классическая йога. А затем мы воспевали Хари Кришна Махамантру и раздавали ладу в качестве прасады. Все были счастливы. Мне кажется, у Эллы был очень хороший класс. Это было суперпозитивное событие. Все были готовы получить, принять то, что мы давали. Это очень удивило. И Кришна Прабху спланировал программу, все прошло идеально. И к концу моменту, когда мы воспевали Махамантру, делали это с большим достоинством, с уважением.
И люди восприняли это очень хорошо. И для меня было удивительно наблюдать это. Погода была идеальна, мне очень все понравилось. И место также было очень хорошее. Вот это мой отзыв. Да, мы должны проводить что-то на этот международный йоге, потому что к чему ведет нас вся эта йога в бхакти-йоге. Мы знаем это. И нужно теперь поделиться этим знанием. Так что молодцы. Вы делали сурья-намаскар в своем флешмобе. Ровно неделю назад был этот йога-ретрит с учителями йоги, и я удивился, что они делают 108 раз сурья-намаскар. Они должны быть точно в хорошей форме, чтобы все это выполнить. На самом деле это не сурья-намаскар, это просто, скажем честно, название, которое кто-то придумал и дал упражнению. Я посмотрел 108 раз, ого, там действительно накачаны. А вы сколько вчера сделали? Мы сделали два раза. Мы дважды. Ничего страшного. Когда я обучалась на учителя йоги, на выпускном мы сделали 108 раз, у нас было где-то 2 часа. Да, это было также выпускным для учителей йоги, и они провели 108 раз. Может, это какой-то стандарт? Не знаю. Ну, хорошо, что... Что удивило меня, мы проводим это событие уже третий год, и каждый год новые люди, ну, может, трое-четверо пришли прошлого года, но каждый год приходят новые. Я подумал, мы должны продолжать, потому что новые люди приходят, они слышат Махамантру, имена Нитая, Гауранги, и мы раздаем им просад, и мы знакомимся с ними, потому что они все местные, и что меня удивило, каждый раз это новые люди, люди ищут. Вот что я понимаю из этого. Very good. And here, I mean, actually, not exactly here. We were in Rome for that yoga, International Yoga Day. Мы были на этом международном день йоги. Мы находились в парке. Я ожидал, что будет много людей, которые занимаются йогой. А люди так и так приходят по воскресеньям. Они делают йогу, тайчи и так далее. But we were the only yoga group, and our group was там были единственная йогическая группа, и наша группа называлась Бхакти-йога. Некоторые пришли с матами. Они ждали, что мы будем проводить какие-то упражнения. Мы сразу перешли к бхакти-йоге и усадили их. Сказали, сядьте, пожалуйста, поудобней. Мы здесь, чтобы услышать о Кришне, воспевать его святое имя и познать простые факты жизни. Как наши родители учили нас каким-то базам жизненным. А все ищут счастья, никто не хочет умирать. И если вы служите эти два признака, вечное счастье, вот чему его мы ищем, это достижимо путем служения Господу, Вишну или Рамачандре или кому-то другому. Но йога, она приводит тех, кто ее практикует, к бхакти-йоге, служению Господу, к вечному счастью, а все остальное вечно. И пока мы отрицаем, что мы предназначены для удовлетворения Господа,
будем вращаться в этом колесе рождения и смертей. Да, может быть, мы получим рождение на высших планетарных системах, где живут боговоспитанные люди, которых почти не встретишь в Кали-югу, будем говорить на чистоту. Здесь даже малейшее, что ты делаешь или произносишь, это все запятнано грехом. И мне кажется, мы читали недавно от Гурудева или Гуру Махараджи, что этот мир — это мир греха. В том плане, что грех означает делать что-то, что не предназначено для Кришны, для Господа. Брать что-то для себя. Хотя все предназначено для удовлетворения Господа. Бхакти-йога — это пик, это вершина всех разных видов йоги. И в Риме, в парке, они подготовились. Они приготовили прекрасные цитаты о том, что такое бхакти-йога, что это было на итальянском. Там объяснялось, что такое йога, что такое бхакти, и насколько прекрасный путь и сама земля Кришны. Мы старались делать что-то полезное, и люди были счастливы. Позавчера мы были в Риме, а вчера вернулись оттуда и почти сразу попали на этот фестиваль. Восточный. В Монзе. А теперь мы здесь. Уже вечер. И сегодня, пока мы говорим, снаружи накрапывает дождик. Ну, у нас есть небольшая теплица. Есть посетители в нашем вегетарианском ларьке. Какие новости у вас? Какие новости у нас? Да, я почти забыл, что проходила программу на день йоги. Но 108 раз вы можете сделать. Elon must go. She's waiting his her parents. She must go now. Oh, you have to go now. Okay, Ella, Элли, нужно сейчас уйти, ее ждут родители. Спасибо вам за ваш отчет, что вы помогли миссии Махапрабху и сделали лучшее из возможного для вас самих и для других. Надеюсь, скоро вновь вас увидеть. And Leonardo keeping busy? Everything good? Leonardo. Okay. No Russian. Confirm. Oui. Now my computer is telling me to confirm I'm speaking Russian, but I'm not. I'm speaking English. Hare Krishna. Yes, Leonardo. Any news from you? Некоторые новости у вас есть, Леонардо? Вы можете говорить по-русски, а мы послушаем английский перевод. Но микрофон нужно включить. Так, меня слышно, да? Так. Да, мы вас слышим. Так, ну, я, наверное, на русском тогда могу сказать, да? Просто хочу сказать, что Кришна дает возможность, дает огромную возможность стабильно повторять махамантру, стабильно встречаться с преданными. Сурешу помогает иногда, да, периодически. Вот, и это на самом деле очень здорово. Так, и слышно меня, да? Или нет? Да, вас слышно. Так, хорошо, но вы переводите, да? Да, перевожу. Ну вот, и просто хотел сказать, что действительно здорово, что есть возможность заниматься духовной практикой, да, возможность кушать просад, и очень здорово помогает Суреш в этом.
за что вот низкий поклон ему, низкий поклон всем преданным. И это на самом деле здорово. Очень важна стабильность, и стараюсь ее придерживаться, и Господь дает такую возможность. И это невероятный подарок и невероятное благо. Вот что хотела сказать. Да, действительно, это великая удача в управе Леонардо. И мы всегда должны стараться помнить, что такая удача пришла к нам, как нам повезло. И в отношении того, что мы сейчас говорили, что этот мир полон греха, Тунга Раса людей в чатике прислала сообщение из Амная Татха. И, возможно, мы можем перевести это на русский. Да. То есть весь материальный мир, где живут обусловленные души, представляет... Весь материальный мир, где живут обусловленные души, представляет собой океан греха. Это слова Говинды Махараджи. Это мир, специально созданный для грешных душ, которые отвернулись от Господа. Обычно мы знаем, что такое грех. Очень простое определение. Грех — это что-то незаконное в этом мире. Но в Шримад Бхагавадгита Кришна дает нам более глубокую идею. Кришна говорит, что вообще-то грех — это все, что делается не для удовлетворения Господа. Он учит нас, что даже какая-то благая активность является грехом, если она не направлена на удовлетворение Господа. Кришна, Кришна, Кришна. Suresh Prabhu, I see your lips move. But your microphone is off. I'm only chanting Hare Krishna. Махамантру всего лишь. Говорит Махараш. Просто. Hey Govinda, hey Gopam. All right. And maybe we can ask Raja Krishna. Может быть, мы можем попросить Раджа Кришну Прабху. Да вы просто сняли у нас языка. Вы просто как искусственный интеллект. Я подумал, а вы произнесли вслух. Ну, это не искусственный интеллект. Дандаваты. Преданный. Настоящий интеллект. Дандават всем преданным. Хотелось бы обнять вас всех. Ну, знаю, что это не совсем правильно, не совсем в традиции. Я познаю сейчас этот мир с точки зрения страданий. Я хожу в госпиталь, каждый день вижу много страданий. Но мне стало легче, потому что за этими страданиями я пытаюсь видеть Кришну. И когда я раньше ходил, и мне приходилось сталкиваться с этим тоже регулярно, я был один, и мне приходилось одному с этим справляться. Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы Кришна присутствовал при всем этом. И я стараюсь делать так, чтобы Кришна принимал при этом тоже участие. И мне это помогает. Я не знаю, насколько это помогает Кришне. Мне это очень сильно помогает. И вообще этот мир, когда я читаю, мы сейчас читаем Амная Татву, океан страданий, этот мир, так оно и есть. Я это вижу каждый день. И если не иметь Кришну, не иметь Бога, а просто плыть в этом океане страданий, то вопрос, насколько у тебя хватит сил?
плыть в этом океане страданий. И куда ты приплывешь? Куда можно приплыть в океане, если тебя бросают в середину океана? Куда ты можешь доплыть, даже если у тебя очень много сил? Но когда ты видишь смысл, когда ты видишь, что все имеет смысл, этот океан страданий предназначен только для того, чтобы повернуть человека к Кришне, повернуть человека к Богу, тогда тебе становится понятным смысл этой жизни и смысл этих страданий. Через страдания человек должен прийти к Богу. В этих страданиях он должен очиститься, да, чтобы ближе и четче понять, чтобы понять, принять Бога. В этом есть большой смысл. Страдания сами по себе не значат ничего. Но если в страданиях заложен большой смысл, то они начинают иметь большое значение. Когда мы говорим о духовном мире, мы тоже боимся этого слова «служение». Я про себя говорю. Непривычно. Мы очень не любим служить. Мы любим, когда нам служат. Мы очень не любим служить. Но я сам себе говорю, моя душа – это Сат-Чит-Ананда. И когда я служу Кришне, моя душа раскрывается, как лотос. И становится Ананда. Я получаю Ананду, счастье, истинное счастье в служении. И так я себе объясняю суть этой духовной жизни для себя на своем уровне. Не очень глубоком, но на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. И я очень глубоко благодарен и считаю, что это огромное везение, огромное счастье иметь вайшнавов, иметь учителя, иметь сапрадаю, иметь много книг, много литературы, куда ты всегда можешь заглянуть, почитать и найти ответы на все свои вопросы. И как-то интересно получается, когда я открываю книгу, я обычно получаю ответ на тот вопрос, который меня беспокоит. Харе Кришна. Yes, indeed. Да, это действительно так. And the other thing is that we are all serving. В один момент мы все служим. Мы всю жизнь служили. И мы также подчиненные. Мы должны подчиняться родителям, учителям в школе, каким-то требованиям наших шефов. Так или иначе, служение происходит в нашей жизни. Единственная разница, что у нас есть Господь, Кришна, Его преданные. Это наши господа. И они помогают нам увидеть, как выполнить лучше свой долг. То есть помнить о Господе. Это секрет, чтобы изменить свое сознание. Гуру Махарадж часто говорит, что нужно приспособиться к окружению, но не просто терпеть, а видеть Кришну за всеми событиями. И Кришна — это способность в человеке. Мы можем делать все, что угодно. И эти все способности, они пришли к нам от Кришны. Даже то, что мы ходим, балансируем на двух ногах, у нас это заняло, может быть, месяцев 10, чтобы научиться. А потом мы привыкли. Теперь мы воспринимаем это как должное, как многие другие вещи. Но все эти способности не зашли от Кришны. И никогда не нужно думать, что я действующий. Это самое базовое учение Бхагавад-гиты. Что бы мы ни делали, нужно помнить о Кришне, о том, кто стоит за всем. Но, хотя он стоит за всем, мы можем постараться выдвинуть его на передний план. Что бы мы ни делали, сначала Кришна, вспомнить о нем, а потом постараться выполнить свой долг настолько хорошо, насколько ты можешь. И, кстати, еще на тему йоги. Я знаю, что Элла нас только что покинула, но очень коротко я бы хотел
short paragraphs in the chat box. Пару абзацев в наш чатик. Where's the chat box? Chat. Okay. Yes. So, Bhagavad Gita. Итак, okay, so in the park in Rome, we very much were stressing, referring to Bhagavad Gita because it's such an important scripture. Потому что это очень важное писание. Здесь большой отрывок. Мне кажется, все знают, что Гурудев не только в этот раз, но по разным поводам говорил, что я вот сейчас запустил в чате. Я читал Шримад Бхагавад-гиту и практиковал бхакти-йогу всю свою жизнь. И благодаря этому я понял, что все заключенное в Бхагавад-гите важно для каждого. Это первое. А это отдельная цитата следующая, также от Говинды Махараджи. Бхакти-йоги, а бхакти-йога означает преданность, самопредание, служение. Я думаю, все знают. В бхакти-йоге все правила, законы разных форм йоги сливаются вместе ради удовлетворения Кришны. В бхакти-йоге все действия и их результаты отправляются к Кришне. Здесь мы видим полное значение Буддхи-йоги и то, что йога — это искусство всех действий. Йога — это искусство всех действий, всего действия. Это означает, что через бхакти-йогу все идеально приспособлено для того, чтобы порадовать Кришну. И это было на итальянском языке, в буклетах, которые мы вчера раздавали людям в парке. Также там были Панчататва мантра и мантра. Некоторые еще цитаты от Гуру Махараджа. А это цитата от Гуру Дэма. Там были цитаты Гуру Махараджа о йоге, о Бхагавад-гите, книге йоги. Памятование Кришне всегда является целью нашей жизни. Это наше здоровое состояние ума. Не то, что мы стараемся делать что-то инородное, скажем так. Чем больше мы стараемся практиковать это, тем больше мы понимаем, что это оздоравливает наш рассудок, наше сознание, что все связано с Господом, и Господом очаровательным, прощающим, привлекающим, с тем, кто желает нам добра, с тем, кто является нашим защитником. Об этом говорят все Писания. И вы доктор, вы, конечно, видите много чего, все эти тела вновь и вновь. And we have our carer here, professional carer. У нас тоже здесь есть профессиональный. Дети, он говорит, я уже вижу их будущее. 80% из них будут сидеть в каталке с трубочками. А можно сказать, что слегка такой пессимистичный взгляд на вещи, но он также реалистичный. Да, сейчас эти дети играют в школьном дворе. Класс, 30 человек, они все здоровы, бегают, прыгают. Но я знаю, что даже с наших школьных дней из нашего класса один человек заболел и умер. А из параллели тоже один заболел и ушел из этого мира. Даже до того, как нам исполнилось 13,
Два ребенка из нашего ближайшего окружения, с того же возраста, что и мы, они уже умерли. Не помню чего. А один из них был просто какое-то семечко занесло инфекцию в аппендицит, и от этого он умер. Это является доказательством того, что даже в детстве что-то может пойти не так. Не нужно ждать, пока тебе исполнится 105 лет, и у тебя начнутся проблемы со своим телом. Если у тебя ломается машина, у тебя есть гарантия 5 лет, но у тела нашего гарантии нет никаких. Его обратно не сдашь, не поменяешь на новую. Okay, so still in Latvia, let us come to Udaran. Итак, мы все еще в Латвии, давайте вернемся. Ударану Прабу. Где вы, Ударан? Здесь. You're in the top left corner, you're in the first position. Вы теперь на первом месте, правом верху. Так, первое место вам, Ударан Прабу. Я просто скажу, что завтра у нас счастливый день, потому что Суреш Кришна Прабу приедет в Ригу, и у нас будет программа Танышри, будет также ведовать в студии. Я с восторгом, с нетерпением жду этого момента, когда мы встретимся со всеми вместе. Я также хотела спросить, расскажите о вашем паломничестве в Ватикан. Я могу многое рассказать. Да, пожалуйста. Так. Ну, первое, когда вы идете, идете, идете пешком не день, а день за днем, тогда у вас много времени, чтобы слушать, воспевать. У нас сейчас у всех есть наушники, чтобы разговаривать, что-то обсуждать друг с другом. И опять же, чтобы обдумывать. Потому что вы изъяты из вашего привычного окружения. И на наших прогулках, в нашем паломничестве мы отправились туда в настроении паломничества. И разные аспекты заключены в этом. Мы, один из главных аспектов — это общение. И мы договорились, что мы будем говорить, произносить только Хари Катху. На другие темы общаться не будем. Гари и Гуру Катха, все, что связано с Господом, будем воспевать на четках. У нас была утренняя программа и вечерняя программа. А какая была у нас программа утром? Мы шли и пели, но также у нас были маленькие наши телефончики, и мы вместе собрались, и через динамики телефонов мы вживую слушали прямой эфир с Вила Говинда. Так что мы присутствовали на программе в храме Вила Говинда. Там проходил утреннее чтение Чайтанья Чаритамриты, затем истинное откровение. И потом, как мы обычно делаем в храме, мы старались запомнить то, что услышали утром на чтениях, а потом обсудить это. Такой была наша утренняя программа в обед. Ну, обычно мы куда-то приходили, куда планировали добраться до 4. Мы старались расположиться там. И в 4 часа мы, по итальянскому времени, мы в Солт-Лейке, это 8 вечера, и потом мы подключались к чтению в Солт-Лейк-Сити и к проповедям хранителя преданности, то, что они сейчас там читают. Таким образом, мы слушали прямой эфир Хари Катхи оттуда. Это очень нас объединяло, что мы были вместе с преданными.
parikrama in the sense of walking and walking. Есть and своя прелесть в том, чтобы India, совершать парикрам таким образом, идти, идти пешком. Мы знаем индийские парикрамы, что они включают в себя много путешествия, большие переходы. И это время, чтобы видеть все в связи с Кришной, созерцать. И мы старались продолжать нашу парикраму в таком настроении. Я не знала, конечно, как это все закончится, когда мы начали наше паломничество. Меня пригласили, я согласился и сказал, да, давайте попробуем, увидим. Не знала, чего ожидать, но все это было успешно. И не просто нам удалось сохранить настроение паломничества, но мы также встретили хороших людей по пути. И дорога, по которой мы шли, это также была дорога для паломников, христианских паломников. И мы также встречали паломников, те, которые шли в Ватикан. Может быть, они не слишком много понимали о самом Господе, но они понимали, что это все благое дело они сейчас совершают. Встретили хороших людей, счастливых людей, они были счастливы увидеть нас. И все это очень обстановка благоприятствовала говорить о сознании Кришны в нашем повседневном путешествии. И, по крайней мере, мы в этой особой одежде мы старались соответствовать ей, мы встретили много людей, раздали много флаеров, приглашений. Так что это был успех в плане того, что мы обратились ко многим людям и к самой нашей группе. А вечером мы также встречали людей, которые путешествовали, кого-то из них мы уже встречали на пути. Еще кое-что интересное произошло, что новости о том, что мы идем по этому пути, распространились и обогнали нас. И мы куда-то приходили, а нам говорили, а, это вы? Мы уже слышали о вас. Это как из Чайтанья Чаритамриты, что новости о прибытии преданных идут вперед них. Кришна был очень добр к нам, и он позволил нам встретить много прекрасных людей в деревнях и тех, кто был предан и все еще предан. Ну, кто раньше практиковал 24 часа в сутки, жил в храме, они жили в Италии, в храме Искон, и не увидели нас, и это было так же. Хорошие люди. В общем, с разных сторон это было хорошее путешествие. Возможно, мы даже оздоровились. И много было похоже на Индию, много напоминало нам Индию. Наше назначение, пункт назначения был Ватикан, место, куда, где был Гурудев, где он стоял. Так что он посетил. Ну, также Махапрабху, он отправился в парикраму по Южной Индии. Он посещал много мест, встречался с людьми, воспевал святые имена. Мы, конечно, не Махапрабху, но мы тоже посетили много мест и остановились даже на ночь в монастыре, где были сестры, братья. Все, конечно, в разных местах. Ну, может быть, парочка из них были подозревали нас в чем-то, потому что не нельзя сказать, потому что мы такие уж христиане, но мы следуем того, что дал Христос, не убий и так далее. Конечно, было некоторое опасение со стороны одного-двух человек, но вообще сестры и проповедники там, они были счастливы, что мы их. Мы получили благословение от одного священника.
Я не знаю, что он сказал, но он показался нам очень счастливым, ну, с энтузиазмом такой. Потом я спросил Мадхурананду, что он сказал. «А, он нас благословил», — ответил Мадхурананда. Потому что, конечно, это было на итальянском. Но они были рады, что мы идем по этому пути для паломников. Это считается чем-то благим, хотя мы, конечно, делали не ради блага, мы делали это ради садху-санги, для возможности послужить. Многие не могут отправиться в Индию, чтобы совершить парикраму, поэтому мы усилили, так сказать, почувствовали вкус паломничества, того, как ты переходишь с одного места в другой, настроение поклонения. И мы поняли, что это можно провести в любой точке мира. Это все больше касается сознания, больше, чем физического действия. Ну, конечно, физическое действие тоже дало себя о себе знать, когда ты использовал все калории в своем организме, и ты с удовольствием отдыхаешь, а начинаешь путь рано утром. Как-то мы шли, а погода была такая, что было 37 градусов в тени. Где-то было и открытое солнце. Были какие-то такие естественные испытания, то же самое, что ты получаешь в Индии. Например, солнце и так далее. И в Индии многие храмы, ну, те, кто были ваши в Нандаграме, там храмы расположены на вершине холма. И кажется, что у христиан тоже есть такая традиция строить церкви на вершине холма. И как-то днем, когда как раз было полдень того дня, 37 градусов, мы были под прямым палящим солнцем, без тени, и мы поднимались к храму, и чувствовалось, как в Индии. Когда мы достигли вершины холма, там не было воды. Там был кран, но не было воды. А в Индии обычно бывает вода на вершине. И одна местная женщина, традиционная, она вышла, предложила нам воды. Мы почувствовали, что как в Индии, там, где люди сами предлагают тебе что-то, когда видят, что ты нуждаешься. И традиционный означает, что это узкие улочки, каменные стены. И эта женщина курила традиционные сигареты, не те, которые ты покупаешь в магазине. Нет, это была такая сигара, свернутая, домашнего изготовления. Не бабушка, но тетушка. Так, Мари что-то запустила в чате. Людям не нравится слушать о старости, о том, что им нужна поддержка. И нам не нужно, когда вы говорите с людьми, ваша речь должна обладать тремя качествами. Должна быть правда, должна приносить им пользу, и третье, самое сложное, должна быть приятная правда. Это сложно, но когда мы заходили во многие эти церкви, вы смотрите эти картины на стенах, не очень приятно их видеть. Но адские какие-то картины или страдания. Yes, okay, and Marie, technically thou shalt not kill was Moses. Okay. Jesus' version was, if you call your brother
говорится, что Моисей дал эту заповедь «не убей». You are the light of the world. A city on top of a hill cannot а be hidden. Говорим, so let your light shine. Okay. Interesting things. Thank you, Marie. Спасибо, Мария, за интересный дополнение. Пусть говорил, что не нужно, ну, что свойство сердца храм, пусть он сияет на вершине холма. Ага, смотрите, у меня здесь тайный, секретный преданный. Маниндра Моха, Джаганат Прабху, Камала Сундари. Я тут все болтаю, болтаю. Я сейчас подвинусь, а вот тут три человека сидят и хотят поделиться с вами сознанием Кришны. Так, давайте, делитесь. Но нужно пододвинуться, потому что микрофон вот здесь. Извините, у меня нет петлички. Come on, somebody speak. We only have a few minutes. Okay. Few minutes. Oh, mamma mia, few minutes. So what's the topic? What is the Krishna consciousness? Share Krishna consciousness. Give everybody an injection. Поделитесь сознанием Кришны. Дайте каждому укол сознания Кришны. So give everybody an injection. I think I met a doctor in Thailand. You did indeed. Yeah. Встречала этого доктора. So, да, да, what это Враджа Кришна Прабху. Doesn't allow you to sleep in the night. What is the main problem? Итак, какая главная проблема? Doesn't allow you to take. Что не позволяет вам спать ночью? Да, это комары. Это самый насущный вопрос. Will Manindra Mohan come to our festivals or no? Самый насущный вопрос, приедет ли Маниндра Мохан на наш фестиваль? Мы ждем вас. Ага, это голос Ударма Прабху. Вот и он сам. Дандаваты. В следующий раз мы с удовольствием приедем. В этот раз все поедут, кроме нас. А кто-то должен остаться. И это моя очередь. Но вы не остаетесь. Вы отправитесь в Калифорнию. Да. Поэтому в то же самое время, что у вас фестиваль, я отправлюсь в Калифорнию. Окей. But well, we always have our association too. Sometimes we see each other, sometimes. Ну, у нас мы всегда в общении. Иногда мы видим друг друга, иногда. Social, but mostly по соцсетям или по Zoom. Because we belong to the same school. Это соприкосновение сердец, потому что мы принадлежим к одной духовной школе, к одной семье. Maharaj always stressed his. That we are all Gurudev and Guru Maharaj. Махарадж всегда делает на этом упор, что мы принадлежим школе последователей Шрилы Прабхупады, Гурудева, Гуру Махараджа. And we find our best answer in their. Мы находим все ответы у их личности. У нас все свои самые насущные вопросы. Гуру там, где мы получаем ответы на свои самые горящие вопросы. Есть, конечно, разница в возрасте, в поле. Какие-то культурные различия. Но когда мы пришли к лотосным стопам Гурудева, у нас у всех было одно общее чувство, что мы нашли там, обрели там свой дом. Это всегда объединяло нас. Вот почему, когда мы встречаемся после долгой разлуки, есть ощущение, что у нас была дистанция в физическом
плане, но не в духовном. Нам придется покинуть это тело, и физическая близость, она не имеет значения. Но считается близость духовной. Мы все встретимся после того, как покинем свои тела у лотосных стоп наших господ, лотосных стоп Кришны, Махапрабху, в группе их служителей, тех, кто обладает схожими настроениями, чувствами. Очень важно развивать эту вечную нашу идентичность, личность, снять все эти временные слои со своего «я», не придавать большого значения чему-то физическому, физическим чувствам, менталным ощущениям, эго. Даже знания тебе придется оставить, потому что нужно понять, какова необходимость сердца, как мы можем взращивать внутренние чувства по отношению к сладостному абсолюту, как служить ему, как мы можем быть использованы нашими защитниками, нашими наставниками. Какой мы небольшой вклад сегодня. У нас еще есть Джаганат Прабху. И я чувствую ударом Прабху, что даже если я не приеду, мы все равно сохраняем нашу связь, когда обмениваемся новостями Махараджи, преданных, о том, как у них дела. Я чувствую настроение, служение. И мы очень рады, что у вас проходит этот фестиваль, что у вас там такая динамичная команда, Суреш, Кришна, вы и другие проводят этот фестиваль. И это прекрасные новости, что уже следующее поколение, они используют новые стратегии, чтобы достичь умов людей. И используют старые технологии, потому что время не стоит на месте. И всегда придумывается что-то новенькое, чтобы привлечь внимание людей. Мои дандаваты, надеюсь, увидеть вас в скорости. I'm seated beside him quietly, Kamala Sundari, but she's not so quiet always. Но она не всегда такая тихая. We see her, she's an enthusiastic people. Когда мы видим, как она делится с людьми, мы видим, что она обладает большим энтузиазмом. She can flow in her own language. Дадават всем преданным, рада всех видеть с разных стран, не только. Okay. One second. I just have to change our language to Russian. Okay. There you go. Ну, я даже не знаю, чем поделиться после слов Махараджи, после Муниндры Прабу. Просто нечего сказать про себя. Даже, ну, как бы, не знаю, немножко застеснялась. Но мы стараемся продолжать поддерживать храмовые, да, такие настроения, служения, потому что это единственное, что может нас держать так вот на плаву и чувствовать себя живыми, делать свою севу и еще успевать, да, вот периодически мы по очереди куда-то кто-то, да, передвигается, движется. Махарадж был вот в туре, потом будет фестиваль вот в Латвии, тоже стараемся что-то как бы поддерживать еще и собирать вас, кто не имеет возможности, например, приехать в Италию, можно приехать в другую страну или прийти, да, в то место и побыть вместе с преданными, воспевать святые имена и побыть, конечно же, на связи. Вот я знаю, что еще в Киеве вчера был фестиваль уже, который начался, он буквально там выходные, но все равно это очень важно в такое время, как бы все равно собираются преданные и стараются поддерживать всех, несмотря ни на что, потому что в это время это очень важно, так как везде, как говорится, не безопасно. Единственное такое вот прибежище, где мы можем как бы подпитаться и чувствовать себя как бы здоровыми, да, и настоящими, это только у
у стоп гуру, у возле преданных и возле божеств, да, кто где как умеет возможность. Конечно же, Zoom тоже очень имеет большое значение, если да, кто подключается, всегда чувствует на связи себя и более вдохновленными, и можно делиться, конечно, этим всем с другими. Так что спасибо вам, всех-всех рада видеть. Нандават. Jai. Okay, so I'm just going to switch ours back to English. Так, я переключусь обратно на английский. We followed in English also, so. Ну, мы также слушали. Well done, Kamala. Понимали, о чем идет речь. Jagannath, хорошие слова, Камо. Come close. Теперь, Джаганнат, Прабу, пожалуйста, сядьте поближе. Вандават, прием. So I think we spoke during this chat about being grateful to be on the. Итак, мы говорили о том, что нужно быть благодарным на этом пути, что у нас есть парампара. Я чувствую, на самом деле, эти дни то же самое. Как быть благодарным нашим защитникам? Потому что мы можем сказать «Да, спасибо, очень благодарен» и так далее. Мы кланяемся им вновь и вновь. Но лучше, как ты можешь участвовать, точнее, это лучшее, что ты можешь делать, это участвовать в санкиртане, делать то, что ты можешь. У всех у нас разные возможности, мы все разные. Некоторые, даже не знаю, у всех, каждый может делать многое. Мы можем посмотреть, что мы можем сделать, и постараться сделать наилучшим образом. Мне кажется, если ты постараешься так служить, это удовлетворить своих гуру, это лучшее, что ты можешь делать. Харе Кришна. Джай. All right. So, happily we were able to have some contribution from the так. Вилу Говинда back to Бринда. Радостно. Вилу Говинда back to Бринда. Мы слушали то, что сказали нам наши преданные Сила Ганинды. И Суреш Кришна Прабу, мы передаем вам микрофон. Мы здесь, чтобы служить вам. Да, Махарадж, опять этот час пролетел. Что еще мне сказать? Последнюю неделю я думала, что если мы можем понять, кому мы обязаны своей жизнью, это Господь Кришна. Если я не могу понять это полностью, без каких-то предрассудков, все постараюсь понять это, но моя реализация еще не совершенна, и преданные помогают мне понять это. Даран Прабу, Леонард, все они поддерживают меня. Мы собираемся в Риге, делаем что-то, иногда небольшое. Я счастлива, участвую во всем этом. Мы помогаем друг другу полностью понять, что мы часть Господа. И что это наш долг служить Ему. Ему и вайшнавам. Это главное, почему мы живем. Таковы мои мысли на этой неделе. Красивые мысли. Я тоже счастлив, что мы побывали не только в Риге, в Резегне, в Лагофилсе, также в Томске, в Америке, на Украине, в Германии, в Таиланде, в Австралии, в России, в Швеции. И в Италии. Yes, okay. Норвегия.
Тонгараса виде. И образ возник из Норвегии. Мы рады, что томских наших преданных тоже. Мы всегда помним о вас. Все наши благие пожелания вам. И преданные. Мы здесь, чтобы делиться чем-то и стараться передать учение, настроение, оптимизм Шилы Гуру Дева, Шилы Гуру Махараджи. Манинджа Мохан Прабху сказал, мы скоро все встретимся в лотосных стоп нашего Гуру. Так что давайте постараемся, чтобы это скоро означало эту жизнь, а не еще множество жизней. Это наша жизнь — это открытая дверь, чтобы вернуться обратно домой. По милости Гуру, Гауранги, Нитянанда Прабху. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. All the present day Shri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki jai. Всем собравшимся преданным ki jai. Всем бесконечному числу преданных ki jai. Hari Hari Bol. Ванчакалпатрубьяща крипа синдубья эва ча патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха. Дандабатс, dear devotees, one by one, wishing you a successful save a week. Желаю вам удачной недели в Сейве. Встретимся скоро. Джай. Харе Кришна. All right, so now we'll meet our public, we'll meet так. The public here. Сейчас мы встретимся с гостями здесь, на Вилла Говинда, и продолжим наш программ. Харе Кришна, Харе Кришна. Приананаджи, спасибо за перевод, большое. Thank you for translation. Дандават to all devotees. See you soon. Live or online, dandavat.